Ага, девочки, а я на банке с кока-колой. А что достанется мне? Да, башня просто огромная. Эй, малыши, охраняйте тут нашу башню. Я пойду схожу за водой. Чтобы башенка была очень крепкая, нужен мокрый песочек. Девочки, я тут нам яблочек купила. После плавания очень захочется кушать. А я банантиков. Ну что, девочки, все готовы? Разбираем круги и в бассейн. Эй, Фрэнк, аккуратней, башню нашу не задень. Мы ее полдня уже строим. Башню? Ого, здорово, большая башня получилась. Малыши, а вы не знаете, где все девочки? Знаем, они все в бассейне. О, спасибо, я тоже хотел поплавать. О, всем привет. Девочки, можно я с вами поплаваю в бассейне? Фрэнк, ну конечно можно. Это же общий бассейн. Давай, запрыгивай с нами. О, спасибо, а можно я возьму вот этот круг? Этот? Этот нельзя, это мой. Фрэнк, ты опоздал, все круги закончились. А ты что, плавать не умеешь? Давай так, без круга. Почему это не умею? Очень даже умею. Просто очень хотел с кругом. Девочки, ну поделитесь со мной, а? Кто плавать из вас умеет? Тоже что ли никто не умеет плавать? Умеем, умеем, но не хотим. Фрэнк не умеет плавать, Фрэнк не умеет плавать. Ха-ха-ха-ха-ха. Ух ты, девочки, сегодня такая ледяная вода. Это просто здорово, даже со льдинками. Ай, какая ледяная! Ай, даже до слез! Ай, я так люблю холодную воду! Девочки, давайте ко мне! Вероника, ну что, может ты дашь мне круг? Ну, пожалуйста, я так хотела искупаться сегодня! Фрэнк, ну ты же умеешь плавать! Иди с нами, поплавай! А если не умеешь, то нечего стыдиться! Я вот тоже не умею плавать, поэтому я пойду плавать с кругом и не могу тебе его отдать! Или подожди, когда мы накупаемся, и потом возьмешь любой свободный круг! Плавать не умею, но очень скоро научусь. Ребята, а вы умеете плавать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно. И в какой воде вы больше любите плавать? В холодной? Как мы, куколки Лол? Или все-таки в тепленькой? Я люблю холодную. Я так здорово меняю в ней цвет. Мне очень нравится мой внешний вид. А еще я очень люблю нырять с головой. Только иногда вода в рот попадает. Фрэнк, а я бы тебе дала круг, но не дам. Я тоже хочу с ним поплавать. Сегодня мне очень лень плавать самостоятельно. Гламур Кви, ну пожалуйста, ну ты хотя бы. Одолжи мне круга, а? Я сейчас покупаюсь быстренько, а потом тебе отдам. Фрэнк, кто первый взял, того и круг. Я тоже хочу купаться. Ишь, умный какой. Дай. Нет, не дам. Пока буду ждать, уже вода станет теплая, а я теплую не люблю. Ах так, девочки. Ну ладно, я сейчас что-нибудь придумаю. Жадины какие. Круга им жалко. Малыфы, пойдемте еще за водичкой сходим. И тогда наш замок вообще никогда не разрушится. Ха, малыши ушли в бассейн. Они строят большой замок. А мне нужно отвлечь больших куколок, чтобы забрать у них эти круги. Умеют они плавать, вот и посмотрим, без кругов, кто умеет, а кто не умеет. Ой, не знаю, кто же этот замок сломал? Кто же тут мимо проходил? Ай-яй-яй, бедные малыши, кто-то сломал их замок. Ой, малыши, у вас тут кто-то замок сломал. Замок сломал? Это как это замок сломал? Кто наш замок сломал? Это мой замок! Мы его полдня строили! Почему я не видел, кто мог это сделать? Девочки, бегите скорее сюда! Не, малыши, не знаю. Я пришел, а он уже вот сломанный. Я сразу вам и сказал. Сейчас они из бассейна повылазят, я у них круги все и заберу. Будут знать, как жадничать. Ой, девочки, там что-то малыши плачут. На помощь зовут. Быстрее, скорее, к малышам. Малыши. О, один круг есть. Что там случилось?
Что-то случилось с малышами? Ой, беда, беда, наверное, какая-то. Ребята, что вы плачете? Что случилось? Что случилось? А ты что, не видишь? Кто-то сломал наш замок. Да, мы его полдня строили и водой укрепляли. И ровненький такой красивый, большой получился. А кто-то пришел его и сломал. Фу, и все? Напугали. Мы уже думали, не знаю, что и подумать. А тут замок у них сломали. Ну, постройте новый, что тут сложного? Вода есть, песок тоже. Постройте еще выше и красивее. Ну да, малыши, мы еще долго будем купаться. Вы успеете построить еще не один замок. А вот кто сломал, это уже интересно. Обычно у нас в Лоутауне никто ничего не ломает. Малыши, а может, он был не крепкий и просто от ветра развалился? Не, его точно кто-то сломал. Он был очень крепкий. Эх, ну что разговаривать, давайте новый строить. Еще больше построим сейчас. И будем его охранять по очереди, чтобы уж точно никто не сломал. Ой. Девочки, а вы куда свои круги бросали? Почему-то ни одного нет. Как это нет? Вообще нет. Совсем ни одного круга. Куда же они могли деться? Все круги пропали. Фрэнк, ты был здесь все время? Ты не видел, куда делись наши круги? Как же мы купаться будем? То замок сломали, то круги унесли. Что за день-то сегодня такой невезучий? Я только что подошел. Я ничего не видел. Ну вот, накупались. Ребята, а вы ничего не видели? Кто наши круги унес? Кто? Ах, не видели. Девочки, ну что, пойдемте по домам. Малыши, пойдемте домой. У нас круги исчезли. Не, мы не можем пойти. У нас замок сломанный, недостроенный. Мы тут будем. Ой, девочки, а у меня идея. Пойдемте в магазин и купим себе матрасы для плавания. На них намного удобнее и интереснее купаться. Пойдемте, я видела рекламу, у нас новенькие завезли. Интересненькие всякие, в форме мороженого. И в форме айфона даже есть. О, я себе такой хочу. Пойдемте, девочки, купим, да и все. Новые матрасы в магазине? А что, так можно было? И не пришлось бы круги никуда убирать. Я бы сходил себе, матрас купил, да и все. Девочки бы обзавидовались, я бы на каком-нибудь крутом матрасе сейчас приплыл к ним. А они такие на кругах, на таких. Что же я наделал? Девочки, а возьмите меня с собой, я тоже хочу матрас. Пойдем, Фрэнк, и ты подберешь себе какой-нибудь интересненький. Так матрас, это же здорово. Ничего и делать не надо, лег и лежишь. На небо смотришь, загораешь. Девочки, вперед, магазин. Здравствуйте, у вас есть матрасы для плавания? Здравствуйте. Да, конечно, проходите. Матрасы у нас вот здесь. Разные, интересные, красивые и яркие. На любой вкус и цвет. Ух ты, девочки, смотрите. Матрас в виде пиццы. Я обожаю пиццу. Я возьму себе вот этот. Ух ты, какой крутой. А здесь есть еще с кока-колой. Я очень люблю кока-колу, но знаю, что вредная. Я по чуть-чуть ее пью. Кока-кола, матрас. О, девочки, самое интересное, наверное, уже расхватали. А мне эскимо. Я очень люблю мороженое. И мне достался матрас с эскимо. Какие же вы шустрые. Интересно, что досталось мне? О, новый айфон. Девочки, мне достался новый айфон. Здорово. Ух ты, здорово. Девочки, а что же вы раньше мне не сказали, что можно в магазине купить такой крутой матрас? В виде пиццы, кока-колы, эскимо, айфона. Мне бы не пришлось ваши круги убирать, а то вы жадные такие, не хотели мне их давать. Что? Так это ты наши круги спрятал специально? Фрэнк! Девочки, ну вы это, извините меня, пожалуйста, но я тоже хотел купаться, а мне не досталось. Ну, да подумал, и вам пусть тоже не достанется. Простите, пожалуйста, я сейчас куплю себе матрас и не буду у вас ничего просить, хорошо? Ну, Фрэнк, а может это ты еще сломал замок малышей? Чтобы нас отвлечь. Ну да, девочки, это тоже я. Простите меня, я больше так не буду. Я пойду матрас себе куплю, ладно? Так, пицца, кока-кола, эскимо, айфон. А мне? А что достанется мне? Вот это да! Вот это матрас мне достался. А у вас больше никаких матрасов нет? Нет, мальчик, больше никаких нет. Но судя по тому, что я о тебе слышала... Этот матрас тебе подойдет в самый раз.
Девушки, смотрите, какой матрас достался Фрэнку. Самое то, как с нами сегодня поступил, на таком матрасе и купайся. Ничего себе. Девочки, а что там, что за матрас? Ну да, Фрэнк, тебе он в самый раз. Ну что, девочки, бежим в бассейн плавать на наших новых плавательных матрасах. Мальчик, ну так что, долго будешь думать, пробивать тебе матрас или так поплаваешь? Эх, пробивайте, а то опять без бассейна останусь. Но больше так поступать никогда не буду. Эх, простите меня, девочки, пойдем, матрас. Ух ты, это круто, я еще никогда не плавала на айфоне. Девочки, давайте скорее сюда. Здорово. Девочки, я еще никогда не плавала на куски пиццы. Ага, девочки, а я на банке с кока-колой. Эти матрасы просто супер. Фрэнк, а как у тебя там дела? Нормально, девочки. Я тоже еще никогда не плавал на матрасе. Вот так, ребята. Такая история. Хотел Фрэнк сделать нам всем плохо, чтобы мы тоже не купались, как и он, и забрал все наши круги. Но мы нашли выход из ситуации. Сходили и купили матрасы. Зато какой Фрэнку матрас достался. Это все описывает его поведение сегодня. Так ему и надо. Да, ребята? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! А какой из матрасов вам больше всего понравился? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно. А еще смотрите дальше, как можно сделать эти матрасики своими руками. Да, любой из этих сможете сделать. Даже тот, который у Фрэнка был. Фу, но он мне не понравился. Пока! Thank you.